Сегодня в ЗАГСах наплыв влюбленных пар. В Красноярске регистраторы даже были вынуждены отказаться от обеда, чтобы успеть скрепить узами брака всех желающих. Дело в красивой зеркальной дате – 17.02.2017. Несмотря на то, что февраль, как правило, не пользуется популярностью среди молодоженов, официально зарегистрировать свои отношения в этот день решили в два раза больше пар, чем обычно. Как специалист отдела ЗАГС, конечно, я не верю в счастливые числа. Я верю в счастливых новобрачных, я верю в их чувства, в их любовь, в их отношения. И вообще, выбирая дату церемонии, конечно, прежде всего нужно ориентироваться на свои чувства, а уже потом только на красивую дату. Многие говорят так: ну вот я специально поженюсь это число, чтобы потом не забыть. Но если вы будете любить друг друга, вы и так не забудете дату своей свадьбы.